И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте поделаем головы, значит, из мультфильма «Аладдин». Это будет, значит, сам Аладдин, и потом будет Джасмин и, наверное, Джафар. Потом уже разберемся, значит, как делается этот король. Так, можно делать, значит, со сферы, но я буду, опять же, делать с болванки с ZBrush. Так, это у меня, так, female, new scene. Чтобы они были, значит, правильные. Так, болванка готова. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем, написано, видите, front, фронтальная. Если повернем, то уже ничего не пишет. Это изначально, да? Фронтальная, рихт, бак, лефт. Так, нам понадобится, значит, симметрия. Так, перетаскиваем по центру. Ставим детализацию посередине где-то. Теперь нужны референсы. Рассмотрим, значит, как устроена, значит, голова Аладдина и Жасмин. Потом следом будем делать Джафара. Так, я тут референсы понакидал. Не знаю, как установится. Возможно, сейчас придется чуть переделать. Не, вроде... Так, вроде бы нормально. И вы сейчас видите, что... Так, где тут? Давно я не рисовал. А ну-ка. Так, у нее получается вот такой вот лоб, нос затупленный. Вот он, ноздря. Выходит губа. Так, вот он подбородок. Уходит где-то сюда. И тут шиздец какой глаз. Так. Делим всю эту штуку вот таким вот образом, значит. Так, теперь делим вот так и лобовую отделяем. Получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 часть. Так, маленькая челюсть, длинный нос. Нос идет у нас на 1,5 деления, губа на 0,03 где-то выходит деление. Вот она. Так, здесь у нас с ртом разберемся. Глаз получается у нас, так, больше деления выходит, где-то 1,5 деления. И, значит, лоб, да? И это все дело будет вот такая штука. Ну, возможно, тут шея потоньше. Здесь, значит, должно быть ухо. Повыше чуть, наверное, вот так. Вот таким вот образом. Вот такая Джасмин. Прям египтянка. Вот. Если по носу посмотреть, смотрите, как идет скоция. Так, и скотца идет так. Делаем треугольник. Смотрим, что у нас тут получается. Вписка в квадрат. Вот это у нас идет квадрат. И здесь выступ треугольник. Так, отключаю, значит, эту штуку. Рисунок пусть остается. И давайте немножко в бок уберем нашу заготовку. Тут в смысле штука какая. Вы видите, что уводите в бок, и тут идет преломление, потому что сама модель должна стоять только по центру. Так, ну раз мы работаем с симметрией, то давайте сразу пока выровняем нашу вот эту модель.
подготовим ее, значит, к жасмин, и потом будем уже смотреть, как тут все у нее устроено. Так, выглаживаем все побольше. Это мультяшный персонаж. Так, вот челюсть как раз округлая. Это женский вариант. Тут выгладим. Ухо тоже можно шифтом левой кнопкой мыши выгладить. Так, выглаживаем губную долю. Так, теперь по подбородку. Подбородок у нее, значит, острый. Значит, мы его немножко, все это дело закруглим. Шею потом разберемся, толщину, ну, пока все выгладим. Так, и выгладим вот эту часть, потому что мы сейчас все это дело будем вытягивать, подгадывать. Возможно, даже получится необычно как-то, да? Не как по детству помнится. Хотя она в мультфильме очень, честно сказать, страшноватая. Если референсы посмотреть, а в мультфильме вроде бы симпотная такая деваха, но в разные, значит, кадры мультфильма есть такие даже, что она там вообще страшная до ужаса. Так, вот у нас есть персонаж. Мал-мал тут подглажен, да? Выбираем кисточку граб и смотрим, что у нее почти отсутствует переносица. Не беда, мы ее устраним. Так. Столбом сейчас мы ее скатаем. Так, голова у нее как принц Египта. Кстати, я тоже потом буду лепить персонажей из принца Египта. Так что следите за роликами, кому интересно, значит, вот эта вот вся скульптура. Будем разбираться. Так. По носу. Выбираем опять же граб. И по носу кисточку чуть поменьше. Это мало. Вот так аж. Делаем эту штуку. Здесь лобовая чуть-чуть выходит вперед. Вот так. Ну, интересная мамзель. Так, выглаживаем прям хорошо все. Интересный персонаж. Так, теперь по носу. Нос выглаживаем. Делаем туповатый, но набалдажник у нее должен быть большой. И опускаем его чуть-чуть пониже. Так, поднадуваем, как в Греции. Вот так. Вот такие, кстати, носы без переносицы были раньше у наших, у древних предков, как показывает, значит, наши вот эти альтернативщики. Так, по бровям. По бровям они подняты выше, выше, выше. Так, нос у нее чуть-чуть, значит, поменьше, но он у нее тоже такой набалдажник должен быть, судя по тому, как нарисовано. Так, теперь, значит, по губе. Губа занимает 0,4. Так. Выглаживаем, потом все это дело дооформим. Так, нижняя губа. Тоже у нее вот таким вот образом. И, значит, накидываем маску. Губы у нее, кстати, маленькие. И вот под подбородку.
сделаем надрез и вверху под губу еще надрез и как бы вот эти вот прижимы выглаживаем все аккуратненько. Сейчас все еще дотянем, дооформим. Так, по челюсти. Ну, по челюсти вроде бы попали, тогда ухо чуть-чуть повыше. Кстати, потом на вот эту болванку уже почти готова для принц Египта. Я ее сейчас сохраню. Сохраняем. Так, теперь что? Поджимаем нижнюю вот эту челюсть, скулу, делаем ее поменьше. Так. И подбородок уже, наверное, будем выглаживать, потому что тут его тянуть, если сейчас тянуть, мы его сейчас испортим. Убираем признаки мужского лица. Делаем очень гладкую вот эту часть. Смещаем наши вот эти брови. Все должно быть мягко через шрифт. Так. И значит здесь вот теперь по носу. Нос еще у нее, по-моему, чтобы не сбрехать, по-моему, нос у нее должен быть прям шнопсель. Ну, можно, ладно, раз женщина. Уберем тут и немножко сделаем помягче толщину носа. Так, приподнимем немножко губу. Вытащим губу чуть-чуть вперед. Нос еще округлим. Не, ну чем не египтянин, да? А она-то где? В Персии это кто-то арабка, да? Аравия или как она там называется. Так, уменьшаем ей, значит, шею. Не положена такая шея для женщины. Тут делаем ее еще потоньше, уводим подальше. Здесь, наверное, поработать придется все-таки флатеном, чтобы ну, правильнее она была. Вот эту часть, смотрите, вот эту часть заглаживаем вовнутрь. Вот. Вот эту часть сейчас нарисую вам. И уберу вот эту уже рисунок. Вот эту часть. Вот она. Мы ее заднюю вот эту не трогаем, а уводим вот сюда, вот к шее, к глотке. Вот так вот. И получается у нас как бы вот такой вот треугольник. Ну, посередине полоса хребта. Так, все это убираем. И тут самый важный момент. Теперь колесико крутим, уменьшаем нашу болванку. Вот, видите, губы попали по голове. Если сейчас больше поставим губы, все, челюсть в принципе попадает. Возможно, наклон головы чуть-чуть. Давайте попробуем челюсть нижнюю чуть-чуть увести вдаль и чуть-чуть, значит, лоб вперед подать. Так, тогда еще нос. Ну, вот такая должна быть, в принципе, Жасмин. Хотя у нее лоб, в принципе, еще присутствует. Так, вот так вот.
Но нос очень большой, и тогда глазные яблоки уводим еще в бок подальше. Так. Вот такая, значит, жасмин. Я его тут не думал, что она такая. Рот пусть чуть-чуть натянутый. И вот подбородок я хотел уменьшить еще. Вот так. Вот теперь по-женски. Вот теперь по-женски. Так. Хотелось бы, конечно, сделать ее как... Ну, давайте будем смотреть лучше не то, как она, наверное, будет в Диснее, а вот сделаем именно по картинке, как я это буду видеть. Вот Джафара, да, Аладдина. Так, наверное, интереснее будет. Тогда уже это будет не копия. Так, теперь по глазам. Рисуем у нее глаза. Вот у нее глаза вот так и уходят, как бы, наверное, в бок. И глаза большие. О. Так, глаза большие. И вот здесь у нее, значит, будет рассечка. Под брови. Тут, наверное, поровнее как-то будет. Надо еще какой-то референс. Так, где у нее тут фейс лица более-менее прямой? Угу. Нос. Сейчас, видите, тут непонятно, но он, по-моему, горбинкой. Вот как мы сделали. Ну, поменьше. Так, и получается, значит, еще. У нее еще меньше вот эта часть, значит, скульна. Ох, ёлки. Ну, вот я же за что и говорю, что в каждом, как в мультфильме, она меняется прям с кадра в кадр. Так, здесь, ну, давайте ей скулы добавим. Не вопрос. Подтянем немножко губу, сделаем... не столь острую, и нос не настолько широкий. Вот так вот. Так, глазюки у нее, конечно, мама не горюй. Ну, давайте вычитать. Так, выбираем кисточку Draw. Угу. По носу. Горбинка, верхняя часть. Ну, пробуем через Alt, как и в ZBrush. Так, глаза делаем выемку побольше. Тогда у нас все потом с сеткой будет все получше и получше, да? Так, глаза, видите, уходят. Ну, правильно, они как бы уходят. Давайте я нарисую. Глаза у нас уходят вверх. Вот так. Получается вот эта дальняя часть. Вот это. Тут аж шишка какая-то. Которое, в принципе, не должно быть. Вот она должна, шишка, быть именно вот в этой части. Ну и это дело мы подправим. Так. Включим драйв. И, значит, здесь уже с клеем поработаем. Что нам нужно? Выгладить вот эти бока, потому что глаз ушел, и тут будет глаз вообще будет некрасиво выглядеть, потому что тут у нас еще вот этот переносится.
она как бы должна тогда отодвинуться вглубь. Здесь тогда должен быть такой сморчок. Тогда здесь мы поработаем флаттеном, преобразим ей лоб, округлый сделаем, потому что иначе будет, ну, это будет шиздец уродливо. Так, теперь сделаем кризом порезки. Отсекем ей нос и вот так вот побольше опустим, ну, а потом выгладим. Вот так, теперь шифтом наметим ноздри. Так, у меня сильно стоит кисточка. Низ подведем. Так, по рту отбиваем вот такую вот полоску. Вот такую. И округлим вот эту часть, потому что это девчонка. И здесь вроде бы как должно все смягчаться. Но переход оставим. Так, по губам. Платином немножко под углом. Опять же, повторюсь, кто смотрит Скульпты с Альфа 6 программу, кому она интересна, то здесь все вот эти подрезки, вся вот это вот выглаживание, чтобы сделать вот эти все красивые вот эти вот обкаты, да, допустим, над губой там или еще где-то, все делается именно под углом. Потому что если вы будете делать в лобовую все это дело, то будет уже некрасиво. И вот так вот нежно все делаем. Здесь кисточка Flatten вообще бомбовски работает. Я чисто вот из-за нее сюда, в принципе, и захожу. Здесь в Скульптис Альфа 6 все мягенько работает. Приятно видеть вот такие сглаженные, значит, формы. Не то, что, допустим, ZBrush, они более такие грубые. Накид у нее грубый там в программе. Выглажка тоже. Соответственно, своя, да? Так. Сухом, в принципе, можно сильно Ctrl-Z, также возврат работает, как и ZBrush. Сухом сильно можно не мордоваться, потому что ухо, в принципе, видно не будет. Можно вообще даже и уши и не делать. Так, понежнее, значит, шею. Не хотелось бы у женщины видеть лошадиную шею. И чуть-чуть черепок такой покрасивший. И все шрифтом вылаживаем, поокруглим. И платином, значит, все это дело уменьшаем, не спеша. Ставьте, если будете работать, поменьше платин, лучше больше движений сделайте. Тогда вы можете просто, если на низкой детализации, вот этой интенсивности, можете потихоньку прям палец не отрывать, а просто вот так вот шлифовать и тушевать как бы. Что нельзя сделать ZBrush так. Так, что у нее со лбом? Лоб у нее большой. Делаем посадку лба и, соответственно, понимаем, что наша вот эта жасмин, она даже может быть потомком, значит, египетских вот этих богов. Потому что вытянутые черепа были, значит, у египтян, были, по-моему, в Персии тоже показывали альтернативщики, что эта штука была. Шею потоньше, поменьше и поуже.
Так, теперь, что будет, какой вылазит косяк? Смотрите, глаз посажен далеко. Так, завтра ветер 7-8 метров в секунду. Будет классно. Так, теперь, значит, интенсивность поменьше. Добавляем ей вот эту скулу. Выглаживаем все это. И что мы понимаем? А понимаем, что с глазами будет кака проблема, да? Так, почему? Что у нее здесь должно все выглажено быть? Здесь у нас должен все равно быть какой-то накид, потому что здесь же у нас потом будет, значит, этот века. Да, у нас тут будет века. И давайте попробуем, значит, прикинуть века, просто нарисовать. Можно его даже тут и доделать. Вот рисуем, рисуем, рисуем. Так, вот так у нас будет выглядеть веки. И так они будут закрываться, да? Значит, мы их платином сейчас выгладим. Под углом, опять же, все, чтобы у нас была внутренняя полоса, внутренняя выемка. Так, теперь подгоняем. Немножко давайте поднатянем это дело вперед. Интересный, конечно, персонаж. И здесь тогда придется нам убрать вообще вот эти вот, где у нее бровь. Аж вот так это все дело сгладить. Потому что если мы сейчас это все дело не сгладим и не вытянем это как бы вот эту часть, которую я вам показывал, что она здесь как бы опухоль у нее, да, вот это, то у нас тогда с глазами вообще ничего не получится. Вот, египетский вариант, классика жанра, да. Так, приблизительно наметим, где у нее должны тут быть, значит, вот эти брови. Где-то вот тут они у нее должны быть. Раз, и вот так. Но так делать их будет нехорошо и неинтересно. Так, здесь, значит, поменьше, более так округляем. Брови должны у нее быть вот так. Вот. Тут аж. Ну где-то так, да. Потому что потом будет вот эта часть, кстати, еще повыше должна быть, потому что, видите, сейчас нарисую. Все, видите, да видите. Вот эта часть у нее, видите, вот так где-то у нее идет бровь, вот так у нее идет глаз, и вот этот угол, вот этот угол у нее высокий, то бишь вот этот. Вот так. Ну, попробуем накидать, значит, ей, значит, вот эту ее брови. Так, теперь кризом проходим, подравниваем, чуть-чуть тут подрезочку не, и на острие уходит.
Так, и тут настрию выглаживаем. Подрезку делаем глаза чуть побольше. Уход на нос. И теперь флатеном немножко дооформим, значит, чтобы видеть потом эти брови. По канту выглаживаем, выглаживаем по низу. Шифтуем. Угу. Вуаля, получился жасмин. Сохраняем, значит, опш, экспорт. Жасмин раз и сохраняйте два раза, если в скульпте с альфа 6 будете работать. Я уже говорил, что бывает. У меня было два раза, что я сохранил модель, а она потом не открылась. Какая-то ошибка, возможно, была. И пришлось переделывать. Так, значит, это раз. Это, значит, у нас жасмин. Сейчас будет интереснее, значит, с нашим гражданином. Это Аладдином. Так, давайте я скриншотну это дело. Кину ее потом в папку с болванкой, чтобы знать, что там находится. Так, есть такое. Дальше что мы делаем? Делаем дальше Аладдина. Погнали. Импортируем сюда опять же болванку ZBrush. И что у нас по Аладдину? По Аладдину у нас та же самая песня. Включаем, значит, флатен. Включаем симметрию. И все, опять подготавливаем, значит, выглаживаем эту заготовку. Это именно по этой заготовке. Выглаживаем, подготавливаем к нашему персонажу. Чтобы все гладенько было, опять же, чтобы потом не было вот этих, как это... срубов вот этих, я забыл, как она называется, обрубок или как он, что-то в этом духе, вот это вот скульптурная, значит, болванка, но они применяются, значит, художники их рисуют, как натюрморт, тренируются, значит, в этих, как их опять же, блин, там все понаучено, вот эти ракурсы, да, пропорции. И на этом обрубке видно вот эти все тени рисовать, учатся там всю штуку эту. Так, здесь опять же подминаем, выравниваем наш вот этот подбородок, потому что он острый будет переделываться. Так, сразу можно его заострить. Так, и тут самое важное, значит, с лопаткой. Лопатку мы видим, что лопатка у него прям большая. Так, где референс? Так, лопатка у него большая. Вот с этой лопаткой давайте будем работать. Тут чуть-чуть угол меняется, не суть вопроса. Так, рассмотрим его теперь типаж, да? Рисуем. Так, удаляем. Смотрите, лопатка у него большая и переход на лоб. Здесь у него, значит, черепушка, как-то это все дело. Вот так идет. Губа, рот. Так. Опять же делаем поправку на открытый рот. Хотя можно с открытым ртом его сейчас сделать. Так, здесь ноздри. Ноздри большие. Так, глаза как у жасмин, считай.
Большие брови. Так, и рисуем. Здесь я чуть-чуть, может быть, косяка упорол, но где-то так. У него получается раз, два, где-то вот такой типаж. Треугольник, треугольник, два треугольника, один внутренний, один наружный. Так, по носу проводим сюда, губа. Ну, здесь где-то будет и вторая губа, вот так. Тогда чуть поменьше будет подбородок. Так, по глазам. Так. Здесь такой референс. Так, значит, это где-то вот так вот. Смотрим. По носу еще пропускаем. Одно деление. Два. Так, это... Один, два, третья губа, четвертый подбородок, пятый большой переход и шестой подъем на большой лоб. Ну, здесь уже попроще. Почти аниме. Так, это значит так. Погнали все это дело творить. Так, сначала работаем первым делом с переносицей. Переносица большая. Поднимаем глаза повыше, так как нос у нас большой, лоб повыше, лоб у нас нормальный. Так, теперь по губе намечаем губы. Берем крис. Так, губа у него не маленькая, значит, все нормально. Вот так. Намечаем нижнюю губу полоску тоже. Подрезку делаем на округление подбородка. Так, подбородок у него, значит, как бы, наверное, он у него все-таки больше вперед выходит. Так, по шнопату. Шнопат у него прям хороший шнопат. Выглаживаем шнопат. И вот у него с носом какая штука. Он у него вздернутый. Так, он у него вздернутый, значит. Так, что у него по фейс лица? По фейс лица выглаживаем. Уменьшаем, значит, вот эти расстояния. По ушам делаем округлый фейс лица. Так, здесь все выглаживаем опять же. Делаем подрезку на ноздри и уход полукругом. Делаем выборку вот этой части, значит. Опускаем нос побольше, потому что у него... Так, смотрим вот это расстояние. Так, вот это расстояние, видите, до глаза. И вот так аж. Во. Высокий нос. Посадка по глазу, значит, высокая. Значит, будем все это дело сейчас рисовать. Можно даже вот где мы нарисовали, все это дело приложить. В принципе, попали. Только до глаза. Ну, тут еще, значит, персонаж чуть-чуть-то у меня выкрученный. Поэтому чуть-чуть попали. Считай, все. Сценарий. Так, если нос. Так, ну, можно нос, наверное, еще в рубец этот побольше вытянуть. Раз мы его побольше выдвигаем, значит, и губы выдвигаем вот так. Округляем губы, потому что треугольником они, ну, никак не могут быть. Потому что там зубы, а зубы округлые. Так, выглаживаем. Выглаживаем, значит, у него, видите, нету такой большой скулы. Сейчас все это дело посмотрим. Так, подрезку делаем от носа
на губу. Так, здесь у него, значит, кромка глаза. Кромка глаза тут тоже. И он тоже, как и Жасмин, раскосый пацан, походу. Угу. Так, выглаживаем. Подбородок у него тоже, как и у Жасмин. Значит, острый. А раз острый, то закружка идет вот от носа и, значит, вот от носа идет, что-то мышка не нажимает, и вот к челюсти, вот так вот делается закружка. Вот. Так, челюсть у него, значит, мужская с уголком. Повыше поднимаем ухо. Так, уводим челюсть вовнутрь, потому что он с округлой, значит, челюстью. И челюсть чуть пониже, вытянутая. Скулы чуть-чуть добавляем, только децл. Ну и, в принципе, уменьшаем нашу шею. Все-таки не качок, а малолетний преступник. Голова вспыхнута, выглаживаем. Лоб тоже у него не должен быть острым. Все выглаживается. Так, добавляем, дорезаем. Ну, чтобы похож был, давайте, значит, вот эту часть выборкой сделаем, а здесь, значит, сделаем ему губу. Так, выбираем кисточку Draw. Да. Через Alt вминаем все это дело вовнутрь. Выглаживаем. Не любит именно Скульптис Альфа 6 больших, видите, вот эти вот по симметрии. Если симметрию сейчас отключить, то тогда, видите, она еще даст глубже уйти, значит, в меш. Если этого не отключить, то она начинает ломать эту сетку, рвать посередине. Потом только это исправит Dynamesh. Так, делаем теперь симметрию, окей. Зеркалит, значит, справа налево. Скульптис Альфа 6. Так, выглаживаем. Так, подбородок у него туповатый. Так, нос делаем подрезку и уходим на зубы. Так, оформляем тупую, значит, нижнюю губу. Как тупую, значит, ее нужно хватаном вот сделать вниз. Сглажку и подрезку, значит, боковую. Тогда у нас дооформится, значит, челюсть, в смысле подбородок. Выглаживаем подбородок и зацепляем чуть-чуть, значит, губу. Низ губы под уклоном. Опять же повторяюсь, что делайте все под углами тут. Тогда у вас будет все получаться. Если вы в лобовую будете
на сетку идти. Она просто не даст вам сделать хорошие обводы. Так, теперь выглаживаем нос. Выглаживаем вот на, значит, как ее называют, вот эту вот штуку. Забыл, ноздря, короче. Так, тут выглаживаем, выглаживаем, выглаживаем. Уводим. Так, здесь еще больше, значит, выглажки. На челюсть. Нижнюю челюсть тоже выглаживаем. Что у нас там снизу происходит? А снизу надо еще немножко через альт потоньше сделать, значит, нашу вот эту штуку. Потом в ZBrush заходим, маскируем внутреннюю вот эту часть и уводим ее вдаль, и у нас получится хорошая выемка, значит, под рот. И уже можно делать потом сетку менять и делать под рик с пустым ртом, и значит можно уже вставлять, значит, косточки на губы. Так, давайте дооформим верхнюю губу. Точно так же делаем ее ровной и чуть-чуть кверху как бы уходим. Вот. Ну и низ, само собой, внутри можно догладить, дооформить. Так. Угу. Так, что у него с головой, да? Лоб чуть-чуть покосый. И давайте немножко еще как бы уменьшим. Так, и вот желательно, наверное, кисточку сделать побольше, уменьшить нашего персонажа, взять его где-то в середине головы. Значит, рта. И все это дело немножко подтянуть кверху, чтобы он был более вытянутый. Чуть-чуть, конечно, сплюснутый получился. И вот, когда вы ставите кисточку вот большую, то вы можете, видите, чуть-чуть его приподнимать. Так. О. Тогда добавляем ему немножко скулы. Так, немножко можно добавить челюсть, не без этого. Так. Ну вот уже персонаж нормальный. Кельковые отключаем. И выборку делаем ему глав. Так, болванки вроде бы две уже готово. А под Джафару, наверное, давайте в следующем ролике. Опять же, напишите, вам это интересно. Если нет, я тогда как доделаю Джафара без объяснений просто и выложу модели уже тогда готовые в группе для скачивания под, ну, с ригами, со всей штукенцией, короче. Так, здесь у нас укусина и выглажка.
Делаем здесь угол побольше с латаном. Во. И угол сделаем здесь, под бровью, потому что он сгладился. Но здесь должна быть вот такая вот укосина. Тоже сейчас нарисую и вам покажу. Так, тут висок. Висок еще надо немножко сделать потоньше. Ну, вроде бы все, верю. Вот теперь верю, только нужно ноздри побольше вот здесь вот прорезать, потому что не видно, видите, сверху. Их надо еще долепить. Как их долепливать? Давайте... Вот этот клеем или как без клея можно вот провести полоску. Вот так. Сейчас полоска производится. Вот так. Не включилось. Вот так вот ведется полоска. У вас должна получиться вот такая вот косина. А вот это мы под треугольник потом попробуем все это дело сейчас сгладить. Берем флатен под углом, кисточку поменьше, и начинаем вот так вот вдавливать вот эту часть, потому что переносится она, форма носа вот такая, допустим, да, горбинкой. Но вот здесь не может быть такого хряща, потому что хрящ тут все равно тонкий, на носу должен быть. Ну, как сказать, но острый. Вот тут вот эта острота за счет вот этого хряща дается. Так, давайте еще ноздри сразу сделаем, чтобы понятно было, куда мы движемся, да? Ну, опять же, если будете что-то здесь вминать, не бойтесь, вминайте побольше. Пустоты много не бывает. Все это даже лучше будет смотреться, когда вы будете изменять сетку. Ничего не будет сливаться у вас. Вот у нас получился вот этот угол. Вот раз. Здесь у нас получается верхняя точка, значит, толстая полоса, треугольник. И вот такая вот раскладка, значит. Вот этот получается угол у нас. Еще немножко поработаем флатеном. Оп. Выглаживаем саму вот эту носовую хрящину. Да. Додадим, значит, как под глазом вот эту укосину и уйдем вниз от носа. И вот у нас образуется уже, естественно, вот эта скула. Так, ну это делать тоже сильно не рекомендуется. Нужно чуть-чуть это все вытягивать и утягивать. Вот у глаза должна появиться вот такая борозка. Раз. Полукругом. А здесь должна вот это вот расстояние держаться. Так, подгладим, значит, уши ему.
Уши уже можно сделать и забрать, там уже не проблема. Тем более волос у него тоже будет большой, я не знаю, шапка, он не будет ухо видно сильно в одежде. Так что мордоваться с ушами тоже, в принципе, не столь стоит. Так, шею чуть-чуть еще потоньше, потому что, ну, он молодой, не качок. Так. Так, ну вот такая получилась болванка, значит, для персонажа Аладдина. Добавим веки уже, значит, в ZBrush. И тут уже немножко, может быть, где-то подкорректируем что-то по ходу похожести уже с прической. Все, всем пока, до свидания.